Всем привет! В этом видео мы посмотрим на способ установки Windows 11 на Mac или Hackintosh второй системой. Не через Bootcamp. Как устанавливать через Bootcamp, вы можете посмотреть по ссылке в описании. Однако через официальную утилиту не всегда получается это сделать. Проходим по ссылке в описании на Apple Live и скачиваем данную утилиту. Затем переходим на сайт Microsoft и ставим на закачку образ винды. После переходим в раздел «Утилиты» и запускаем дисковую утилиту. Выделяем наш диск, выбираем «Разбить на разделы», «Добавить раздел», выставляем размер, указываем формат «EXFAT» и даем ему имя. В нашем случае Windows 11. «Применить». Диск переразбит и появился новый раздел. В свойствах смотрим название раздела, что мы недавно создали. Диск 0, S4. Закрываем дисковую утилиту. Запускаем приложение и просто перетаскиваем в открывшееся окно образ. В этом окне будут перечислены варианты Windows, Pro, Home и другие. В маленьком окошке, там где индекс, указываем желаемую версию. В моем случае я поставил индекс 4, Pro-версия. Диск 0, S4. Вводим пароль. Нажимаем кнопку Install. Начнется установка Windows 11, без создания установочной флешки. Далее скорость установки напрямую будет зависеть от характеристик вашего ПК. Как только скрипт выполнит свою работу, мы перезагружаем компьютер. Во время запуска, если у вас оригинальный Mac, вам потребуется удержание кнопки Alt. Если же у вас Hackintosh, то тут все проще. После старта ПК в кловере появится еще один значок Windows. Запускаем его, ждем обновления драйверов и перезагрузки. Затем проводим первичную настройку. И вот у нас на компьютере уже две системы. Если это видео было вам полезным, не забудьте поставить лайк.